Альберт Демченко выиграл второй этап розыгрыша Кубка мира по санному спорту, который прошел на трассе в латвийском городе Сигулда. После неудачи на первом этапе в Австрии серебряный призер Олимпиады в Турине в первой попытке проиграл трехкратному обладателю Кубка мира итальянцу Армину Цогелеру 42 секунды. Но во втором заезде россиянин показал абсолютно лучшее время и по сумме двух попыток стал победителем. Второе место у Цогелера, а третье у Дэвида Мюллера из Германии. Еще один россиянин Виктор Кнейп занял пятое место.